делаю вот бабышечку. Надо пылесосика, наверное, тут все пропылесосить. Здесь все выровнял полностью. Снес вот это, спилил. Саморезик вылез, но его болгарочкой срезал. Вот сюда такую штучечку. Доски. Сейчас я ее приклею, прибью. Лишнее сниму. А сюда пойдет. Уже вот с этого сейчас буду выпиливать. С камелька. Вот отсюда. Прикрепил. Вот. Опять же все как одно целое. Немножко скольчик сучка. Все. Барабашка там. Сейчас вот выпилил. Сначала сношу угол, выравниваю, подходит она. А потом уже начну придавать форму. Вот так вот снесу по этой. Будет прилегать, все ровненько. Отчерчиваю и делаю уже красиво. Подогнал я углы. Сейчас буду вот вырубать эту бабушечку. Все в процессе. Скульптура. Процесс идет. Рука устала уже, затекла. Сейчас вырубим. Прикрутим. Обработаем, зашлифуем. И с этой лодочки останется только снять там, подровнять. Сзади массу уже снес, сынок, у меня. Тут немножко уже все это до ума довести. И она будет готова к покраске. Займусь этой лодочкой. Здесь еще корешки вставлять. Влага, все, материал здесь. У всех корешков все нормально, хватит. Дело, думаю, не затянется. Все будет хорошо. Ну вот, сделал я бабышечку. Сейчас ее прикреплю. И уже все это вместе в едино будет сноситься. Нарисовывается то, что нужно. Все красиво. Вот такой получился носик. Сегодня поздно пришел, после ночной. Уже вон солнышко садится. Но носик успел сделать. Все. Лепота. Красота. Мебель дома можно поставить. Завтра обдеру. Все ее до ума доведу. Подготовлю к покрасочке с утреца. Но если роса будет попозже, когда по суше станет. Где-то шлифую еще, здесь надо снимать еще это. Так, сынулька, мне основное снял, чтобы мне меньше времени тратить. Все, придам ей окончательно. Просверлил сразу под крепеж. За крепежами все съездить некуда. Некогда, некогда, некуда. Некогда. Такие вот пироги. Мне нравится, красиво получилось. Аккуратненько. Как всегда. Утро раннее. Хочу показать, как погодка меняется. Вот, иней. Влагу выдавило. С дерева. Сейчас это все превратится в росу, я так понимаю. Снег. Выгоняет влагу. А под баннером лодочка сухая. Без всякого иния. Вот я их скинул. Сейчас я ее доведу до ума. Придам все уже формы. Тут надо посносить леску. Все, последний раз мы видим эту девочку беленькой. Подготовил ее к покраске. Будем сейчас наносить антисептик.
пропитывать. Погодка позволяет, солнышко, не облачно. Сейчас слойчик дам. Вот такая вот она, парни, запомните, какая она была беленькая. Носик, носик. Щелочку заделал. Здесь, здесь клинями постругал, наспер, не знаю, как там он. На клей посадил. Думаю, выдержит. Что вот. Вот он. Носик беленький. Пока еще беленький носик. Ну все. Покраску я снимать не буду. У меня там есть ролик. Покраска лодки. Ничего нового не будет. То же самое все абсолютно. Компрессор, все, вот. Все причиндалы. Вот. Палисандр. Акватекс. Грунтовка. Антисептик. Декоративное покрытие. Так что я продолжаю работу. Вот, первый слойчик дал. Пусть сохнет, подсохнет. Надо ехать в метизы за крепежами. Пусть пока сохнет. Так вот структурку даже видать. Здесь больно светло как-то. Это солнышко быстро высохло с этой стороны. Вот так. Красавица, красавица. Также смотрите в следующем видео. Установка корешков на 32-ю лодку, клеймение 31-й. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. До встречи, друзья!